Всем привет! Сегодня будем ставить 64-битную Windows Server 2003. Установка как обычно, но при разметке диска оставляем место для раздела Wi-Fi. Настроим русский формат и раскладку. Сначала установим драйвера для виртуалки. Запустим службу аудио для звука. Если вы хотите использовать тему из XP, то нужно включить также службу тем, но я буду юзать классическую тему. Установим обновление через Legacy Update. После установки основных обновлений займемся поддержкой Wi-Fi. Создадим раздел для него. Я заранее приготовил образ со всем необходимым. Он основывается на файлах чела с ником LuckLife. Изначально я хотел снять видос задолго до того, как он снял простой гайд. Создадим BCD-файл для загрузчика. Отключим показ логотипа винды, так как он не будет работать, а также отключим проверку сигнатур, я заранее пропатчил загрузчик, чтобы эта опция работала. Ну а теперь грузимся в режиме UEFI. Поставим в Anchor API. We'll be right back.
Ну а теперь начнем тестирование софта. Имитируем настройку темной темы и поставим браузер SuperMute. Поставим последний WinRAR. Онлайн-установщик DirectX не работает, поэтому качаем офлайн. Notepad++ почти нормально работает в портабельной версии. Python работает только 3.10. Компилятор GCC спокойно работает. VS Code работает только 32-битный. Ну и почему бы немного не поиграть? Ну и не так давно клиент CS1.6 для H3D портировали на ПК, так что почему бы и не протестить. Кстати, производительность получше на 64-битной системе. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.